генії хімії, найепатажніший український співак Меловін. Проти нього гратиме знавець хімії Дмитро Мартинович. 10 років куяльник. Меня зовут Дима, мне 10 лет. Я хотел бы стать большой звездой экрана именно по химии, потому что моя суперсила – это химия. Я обожаю просто всякие химические опыты. Да. Ну и как бы просто не могу жить без химии. Я хотел бы, конечно, создать вещество, ну как это вещество и лекарство такое от рака людям, чтобы они жили, смогли жить без этой болезни спокойно. Кто тебе помогает изучать химию? Наверное, в школе это же не так. В школе в 5 классе я только, а в школе мы еще не проходим химию. Я начал заниматься химией еще с 7 лет, но в школе вообще я не занимаюсь ничем. Химии у нас еще пока нет, она будет в 7 классе. И мне как бы никто не помогает, потому что у нас в семье нет таких прям химиков. То есть ты просто сам занимаешься и смотришь просто видео в интернете? Смотрю видео в интернете, читаю разные энциклопедии по химии. Ну, как бы, ну, кто мне может там, может подсказать, кто-то может помнит из моих родителей, дядей, бабушек, может помнить что-то по химии и может мне подсказать еще что-то. У меня есть собственная лаборатория у бабушки, она сейчас там находится. Как бы я туда езжу каждые выходные и работаю там со своими химическими веществами. Расскажи про лабораторию. Это специально родители сделали для себя? Нет, это лаборатория такая, которая, ну, была сделана просто... Была баня сначала, а дедушка с бабушкой мне ее передали, как бы, ну, баню мне отдали. Я у них как-то выбивал ее и выбил баню у них. Значит, там я делаю много химических опытов, там я все перекрасил специально, чтобы туда никто не зашел, чтобы никто не парился больше в той бане. Да. Но она же деревянная, вдруг она загорится? Нет, она не загорится, потому что там все я уже уложил шифером и все такое закрытое более. Там, значит, очень много химических веществ, которые я там делал на протяжении многих лет. Многие дети терпеть не могут химию, говорят, что это очень скучно. Нет, ну, на самом деле, в школе не показывают настолько интересные опыты. А если... Вот так и пропадает интерес к химии. А если показать детям более красочные опыты, там, например, зеленку меняет цвет, он в школе показывает все такое более нудное очень. А такие. Как сделать так, чтобы зеленка изменила цвет? Чтобы сделать этот опыт, надо взять зеленку, надо взять... Значит, пустой сосуд и наполнить его водой. Все, налить туда зеленки, перекись водорода налить и добавить туда щелочь для очистки труб. Это специальная щелочь для того, чтобы очищать трубы. Специальный такой раствор. И зеленка становится прозрачной полностью. Была зеленая, а становится прозрачной. А что нужно сделать, чтобы случайно там руку не оторвало? Это что, можешь там такое понамешивать, что там уже будет... Ну, надо, конечно, соблюдать всякие техники безопасности, брать всякие перчатки. Ну, конечно, если сделать самодельную такую матерую петарду хорошую такую, то перчатки там не спасут. Там надо что-то уже посерьезнее. Там надо какие-то бочки уже на себя надевать. А как ты эти правила безопасности? Ну, правила безопасности для таких химиков, значит, это очки, перчатки, маска какая-то, респиратор, там маска и халат. У меня это все есть, чтобы не запачкать одежду. И чтобы, если какие-то кислоты попадут, то они на халат бы проели вместо вашей одежды с кожей. Ты знаешь, против кого ты будешь сегодня соревноваться? Да, я уже знаю. Это будет Меловин. Это будет такой, значит, у него два глаза разных. У него один глаз зеленый, а другой глаз у него карий. И он тоже химик, и он умеет себе делать эти опыты. Как думаешь, он будет сильным соперником? Я думаю, что он будет хорошеньким соперником мне. Я настроен на победу, честно.
сегодня вы химик, не певец. И я прочла, что у вас родители хотели, чтобы вы были химиком в Википедии, что у вас была куча колб в детстве. Что это что-то соответствует действительно? Родители не хотели, чтобы я был химиком, потому что дома у меня было очень много взрывов. Это правда, то, что у меня очень дома много колб, реактивов. Ну, это больше всего в Одессе. А в Киеве я уже больше по парфюмерии, а не по химии. Почему у вас стали увлекаться химией? Еще до начала, мне кажется, химии в школе. Потому что химия еще не была у нас, но я обожал смешивать все, крахмал с йодом, смотрел какие-то видео в YouTube, потому что было все в доступе. Поэтому химию я люблю еще до начала химии в школе. Какой у вас самый большой взрыв был, который вы создали? Взрыв водорода с кислородом прямо в квартире, прямо в доме. Был очень громкий такой взрыв. Мама прибежала, я сказал: мама, эта книжка у меня упала громко. Но были какие-то повреждения квартиры или это просто было? Были повреждения всех металлических запчастей от тумбочек, потому что они все окислялись. И у меня была рана на ухе. Очень мило. Тогда, возможно, юным химикам вы посоветуете какие-то правила безопасности, что делать, вот хочется все повзорвать, отходить от дома на 10 метров? Мне кажется, самое начало это как раз вот правила техники безопасности при каких-то экспериментах и всяких увлечениях химией, потому что без этого всего можно очень сильно себе навредить, и не пробуйте, пожалуйста, кислоту на вкус. Вы это делали? Да. Какая же она на вкус? И мне кажется, я знаю на вкус соляную, азотную, серную. И уксусную кислоту. На что похоже? Серная похожа на лимонную кислоту, кстати. Соляная похожа очень сильно на хлорку. Чуть-чуть отдает. Боже, фу, вообще, что это? Сейчас скажу еще. Азотная напоминает очень сильно вкус железа, металла такого противного. На самом деле, просто я любил все химичить, все смешивать. Для меня это была просто какая-то магия, поэтому я просто любил вот все, чтобы как-то красиво происходило, дымилось. Мама это не любила, конечно. Вы как-то прятали все эти реактивы, заносили из дома? Мама говорила: выброси это все! Нет, мама один раз после взрыва взяла все, выкинула. После этого я поехал в магазин, опять все купил. Прятал под столом, прятал какие-то порошочки, которые продавали все это все в маленьких таких пакетах, типа медный купорос и все остальное. Я все клал себе под ковер в комнате. Вы говорили ранее, что вы стали заниматься, ну, как бы парфюмерией. Да. Вы создаете свои... Запад? Это был первый парфюм, назывался Black Guess. Мы продались, около 400-500 флаконов были куплены. Это был для меня фурор и успех, потому что я не думал, что это может превратиться в какой-то маленький такой бизнес. Дальше я планирую выход второго парфюма под названием Octopus, уже ближе к новому материалу, к новому альбому. Вы сами его создали или работали вместе со специалистами? Нет, я создавал все сам, мне нравится. И, кстати, это произошло какое-то такое вот... это произошло случайно, после второго просмотра фильма «Парфюмер». Меня все вдохновило. На следующий день я поехал сразу в магазин, купил все отдушки, масла, парфюмерный стол. И начал просто по капельке все смешивать и ощущать, надевать на себя запахи. Скажите, пожалуйста, вот как известный там, человек, мужчина с кучей фанаток, какой женский парфюм вы терпеть не можете? Женский парфюм, который я терпеть не могу? Коко Шанель номер 5. Которые все офигевают от запаха. Это самый отвратительный для меня запах, который может вообще существовать. Не обижайтесь тех, кто любит парфюм. Я люблю всю селективную парфюмерию, которая есть минимум, которая минимум производится, для того, чтобы не пахнуть как все. Я очень люблю запах уда, амбры, сандала. Короче, пряное, древесное, восточное. Вы знаете, какой ваш конкурс сегодня ждет? Да, знаю. Во-первых, я знаю, что будет моментик, где должен получиться больше столб пены. Я такое проходил, я такое делал. Но я все равно очень сильно переживаю, потому что этот умный мальчик может все мне испортить. Не боитесь проиграть мальчика? Вообще, на самом деле, ничего не боюсь проигрывать, потому что, во-первых, это ребенок. Это меня все-таки как-то успокаивает. Но мне кажется, когда я выйду на эту арену съемочной площадки, меня это будет, наоборот, не успокаивать, потому что я могу проиграть, а ребенку.